Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет очень важное видео на проекте Amazing Holy Play. Я вам напоминаю, если вы хотите дальше видеть серии по проекту Amazing Holy Play, видеть серии, стримы, то вы обязаны на этом видео набрать 300 лайков. Набирайте на этом видео 300 лайков, я сразу же иду записывать новое видео, и дальше продолжаю снимать, играть на данном проекте. Поэтому, пацаны, все в первую очередь зависит от вас. Просто берите, поставьте лайк, и можете еще подписаться на канал. Но самое главное, вы должны набрать 300 лайков. Это мои условия. Поэтому условия нужно выполнять. Ну а сегодня, пацаны, реально будет серьезное видео, поэтому очень к нему серьезно отнеситесь. Посмотрите его от начала до конца, потому что у меня появились очень серьезные проблемы, в которых мне можете помочь только вы. Потому что я сам ничего не могу решить. Какие проблемы вы, в принципе, сейчас попозже узнаете, буквально через минутку. Я вам напоминаю то, что у меня есть промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч. На 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, господа, как вы поняли, сегодня у нас будет очень серьезное видео, поэтому посмотрите его от начала до конца, потому что мне нужна именно ваша помощь, помощь моих подписчиков, потому что в последнее время у меня появилось несколько проблем, которые я сам решить не могу, поэтому я решил посоветоваться с вами. Поэтому, пацаны, реально, смотрите это видео от начала до конца, и потом, когда посмотрите это видео, напишите обязательно комментарий, что вы об этом думаете, какой вы дадите мне совет. Итак, пацаны, давайте начнем, наверное, с семьи, потому что есть проблемы сейчас с семьей и с компании. Какие проблемы, я сейчас расскажу. Итак, пацаны, самая, наверное, жесткая проблема это с компанией, но об этом чуть позже. Итак, получается, у меня есть семья, как вы знаете, прекрасно. Пишем вот в меню, получается, вот у меня есть семья, которая у меня уже находится достаточно долго. У нас есть особняк, у нас есть охуенные машины, как бы в семье, все хорошо. Но есть одно но. Нету, понимаете, именно спонсоров, нету хороших заместителей. Спонсоры нужны для того, чтобы семья не слетела, потому что сейчас, в последнее время, я мало играю. Я бывает по 2 дня, по 3 дня не захожу в игру. И как бы семья может слететь. Чтобы понимали, пацаны, на семью в месяц уходит около 3 миллионов. 2 миллиона это всего лишь оплата в месяц за особняк, потому что у меня блэквипка, и я каждый день оплачиваю особняк, получается. Смотрите, пацаны, вот мой получается особняк. Вот цена у него 50 миллионов, но это не важно. Вот оплата в час. Именно оплата почасовая здесь, на Амазинге. Просто я перепутал немножко с компанией. Это в компании, получается, на оплату месяц уходит 2 миллиона. Но об этом чуть позже. Вот особняк, получается, и оплата в час. В час, пацаны, 5 тысяч. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Ну что ж, пацаны, я посчитал. Получается, в сутки я плачу за особняк 120 тысяч, а за 40 дней, у меня просто блэквипка, за 40 дней я плачу за особняк 4 миллиона 800 тысяч. Почти 5 миллионов уходит в месяц, это всего лишь оплата особняка. Как бы за людей тоже побочки снимаются. То есть, примерно в месяц выходит около 6 миллионов содержания семьи. Просто содержание семьи, это оплата особняка и оплата за людей, всего лишь за месяц уходит 6 миллионов, пацаны. Нихуя себе! Ебануться! Блять, охуеть! Ебаться в рот! Я думаю, понимаете, то, что это большие деньги. Но это, в принципе, такая себе проблема, то, что бабок сейчас нету, просто я должен. Я уже почти накопил, скоро долг отдам, 10 лямов, и, в принципе, все, буду свободен. Как бы это одна проблема. Вторая проблема, пацаны, пишем, получается, F-меню и выбираем управление членами семьи. И что мы здесь смотрим? Мы смотрим здесь заместителей. Так, заместитель здесь у нас, получается, Максим Адигамов, который заходит раз в год в игру. Джонни Прайд, который также мало играет. Это мой второй аккаунт. Здесь на замке на всякий случай. Матвей Вилла, он тоже сейчас редко играет. И как бы есть Денчик. Но Денчик тоже особо активность не проявляет. Вот когда Денчик последний раз заходил? Давайте посмотрим. 12 числа, чтобы понимали. Как бы Денчик, если ты это смотришь, то я тебя уволю. О, нихуя себе! Это космос, нахуй!
Потому что, ну, как бы, я понимаю то, что ты закинул 5 лямов на замку, но нужно быть активным замом. Вот, пацаны, самая большая проблема в том, то, что когда меня нету, не на кого просто оставить семью. Происходит просто пиздец. Поэтому мне нужно будет искать заместителей. И не нужно там писать то, что вот я хочу тех людей, кого я не знаю, я ставить не буду, потому что если будет слив семьи, пацаны, ну это все, это будет пиздец, понимаете? Мне нужны именно надежные люди, которых я знаю. Реально, мне нужны надежные люди. Сейчас получается две проблемы. Это нужны бабки, чтобы особняк оплачивать и семью, чтобы просто семья не слетела. Второе, нужно найти заместителей. Нужно найти хороших заместителей, которые будут каждый день проводить собеседование, будут чистить семью, потому что, как бы, я сам это заебался делать. Нужно каждую неделю открывать список людей и чистить людей, которые не заходят. Короче, пацаны, самая большая проблема в том, то, что я не могу просто семью оставить и не играть. Потому что, когда меня нету в игре, происходит полный пиздец. Все там друга оскорбляют, наебывают. И мне нужны люди, которые будут за этим следить, чтобы такого не было. И чтобы людей таких нахуй просто сразу выгоняли и все. Чтобы замы таких людей пресекали сразу просто. Потому что я не могу в игре быть постоянно. Я, конечно же, захожу в игру, типа, смотрю, что там происходит. В семье, в компании, оплачиваю налоги. Но сейчас я не могу много играть, пацаны. Потому что я сейчас больше времени уделяю реальной жизни. Если забить хуй, то в семье будет происходить постоянно пиздец, все друг друга будут наебывать просто и все. И Фома просто слетит и все, из-за того, что никто туда бабки не будет закидывать там и так далее. Я вон потратил 100 миллионов на машины. Недавно просил пацанов, давайте скинемся, купим гелики новые. Не, нихуя, никто не захотел почти скидываться. Как бы надо таких людей выгонять, я думаю. Я хочу, чтобы у нас была дружная, охуенная семья. Чтобы мы брат за брата там туда-сюда, а не, блядь, ой... Нахуй мне туда деньги кидать в семью, я на машинах не езжу, блядь. Да все равно вы ездите на машинах, когда вам нужно. Допустим, машину там продали свою, вам нужно чем-то ездить. Вы берете машину семьи и едете до Нашана. Не так ли? Ну с компанией вообще все очень хуево, пацаны, прям пиздец просто. Просто пиздец реально происходит сейчас с компанией, я не знаю, что с ней делать. Я уже 100 раз хотел ее продать, я думал об этом каждый день. Я до сих пор не решил, стоит ли ее продавать, потому что, ну мне жалко, понимаете. Я потратил на эту компанию очень много времени и денег. И как бы продать ее, конечно же, я могу в любой момент. Но не факт, конечно, то, что меня ее купят за 200 миллионов. Просто я на компанию потратил 200 миллионов. Как бы я не хочу на ней навариться, я ее буду продавать также за 200 миллионов. Если буду продавать. Просто я не знаю, что мне делать, понимаете? Как бы финка сейчас такая себе в компании. Давайте я вам покажу. Вот, пацаны сегодня накатали 400 тысяч. Не, ну молодцы, работают, красавчики. Но я не могу замов найти нормальных. Потому что был Дима зам, был Фуга зам, там Рома был замом. Но потом у них как-то либо перегорает то, что они заместители, либо что. Короче, у них потом нету времени, нету желания. Нужны именно такие заместители, которые будут ебашить постоянно. Я несу радость, а ты? А я ебашу в праздники! У которых много свободного времени. Если у вас мало свободного времени, мне такие замы не нужны. Как бы тоже дайте мне совет. Либо можно просто всех выгнать с компании и заморозить компанию. Просто, ну, чтобы никто здесь не работал. Либо ее просто продать, купить себе бизнес и не ебаться. Знаешь, звучит как охуенная идея! Просто я вам, пацаны, повторяюсь, то, что у меня нету сейчас времени много играть. Я не могу сидеть и за семьей, и за компанией, как бы, это пиздец. Тем более я хочу так, если уже на то пошло, чтобы в компании были одни замы, а в семье были другие замы. Я не хочу, чтобы, допустим, зам в семье был еще замом в компании, потому что у него не будет времени заниматься компанией, семьей. Нужно заниматься чем-то одним. Поэтому у меня сейчас пиздец какие проблемы. Мне нужен ваш совет в комментариях, пацаны. И обязательно поставьте лайк, потому что нужна ваша поддержка. Возможно, кто-то играет на других серверах. Ну, на 4-м, на 5-м, там, на 3-м, на 2-м. Дайте, пацаны, совет, кто с таким сталкивался. Возможно, у меня ютуберы еще какие-то смотрят, которые могут дать совет. Потому что, пацаны, я уже месяц думаю над тем, чтобы продать компанию. Я всех заместителей снял, и сейчас только я один за рулем. И я решил сам пока что рулить компанией. Вот дайте мне совет, пацаны, можно заморозить компанию, чтобы не продавать, просто ее заморозить, как бы и все. Ты что, больной или ударился? Ну просто жалко даже ее продавать, потому что, ну, я люблю дальнобойщики, я люблю катать рейсы, мне нравится компания, у меня просто нету на нее времени. Нету времени. Желание есть, но нету времени, пацаны. Нужно найти реально охуенных заместителей, которые будут работать, будут принимать людей, будут заставлять их работать, это самое главное. Да что ты говоришь? Тем более у нас автопарк в семье нормальный, вот можете сами посмотреть, точнее в компании. В семье то понятно, блядь, я там бабки въебал нихуя себе. Да ты заебал. В компании, пацаны, у нас тоже нормально. У нас 8 магнумов, 2 Ивеко, 2 Вольво.
То есть автопарк неплохой. Вот мне нужен именно заместитель в компании, а желательно два заместителя в компании, которые будут ебашить просто днем и ночью. Реально, которые будут ебашить днем и ночью. Я понимаю то, что замка это неблагодарное дело, потому что, ну, как бы я зарплату никогда заместителям не платил. Как бы я это не отрицаю. То, что это неблагодарное дело, потому что я сам стоял на замке. Но просто мне нужны люди, у которых, знаете, желание просто есть. Им похуй на деньги, им главное, чтобы, ну, заниматься этой темой. Вот такие мне люди нужны, серьезно. Не то, чтобы я жадный просто человек, просто прибыль в компании сейчас и так не очень. Там 500 тысяч, 600 тысяч, это довольно-таки мало. Потому что на оплату уходит каждый день по 50 тысяч. То есть 2 миллиона у меня уходит в месяц на оплату, 40 дней получается, да? Ну да, 40 дней, получается 2 миллиона. Уходит на плату. Плюс каждый день снимается 150 тысяч за фуры. Блять, невыгодно, понимаете? Если компания, допустим, заработала 400 тысяч за день, то из этих 400 тысяч, 200 тысяч просто уходит на оплату грузовиков и на оплату компании. И пиздец, понимаете? Если бы была бы прибыль, конечно, там, лям, 2 миллиона, без проблем, я бы зарплату платил бы заместителям, как бы мне не сложно. Не, вот, может, это в моей компании хуёвая зарплата у меня, ну, точнее, прибыль, я не знаю. Я надеюсь, пацаны, то, что вам это видео понравилось, это было чисто разговорное видео, мне реально нужен ваш совет. Бля, я так сильно орал, то, что у меня аж голос немножко сорвался. Всегда семьей занимался я, все решал я, все делал я, увольнял, там, туда-сюда. Всем занимался всегда я. Но самому, пацаны, сами понимаете, это все тянуть я уже не могу, пацаны. Потому что у меня нету времени. Есть желание, нету времени, и все, и пиздец. Нихуя ты не сделаешь.